Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор на кодовый замок, который можно поставить, ну, на какую-то входную дверь, на улице, во двор, доступ к которой будет либо с ключа, либо по персональному коду, который вы запрограммируете. Запаковано все хорошо, продавец надежный. Значит, у нас в комплекте идет вот такая картоночка для выреза в двери. Инструкция на английском языке. Внутренняя часть. Так, замка, в которую будут вставляться 4 пальчиковые батарейки 2А. Здесь вот кнопочку вверху нажимаем. И вставляем батареечки. Значит, когда они будут садиться, у нас он просигналит несколько раз и загорится красный диод на внешней стороне, там где код вносим. Все, сейчас пикнул, сказал, что он, да, я включился. Везде резиночки, все железное. Это у нас внешняя часть с самим кодом. Вот здесь стоят диодики. Где код вносим, циферки тоже должны подсвечиваться при нажатии. Плотно вставляется сам разъем. Так, еще у нас в наличии здесь болты для установки. Сам замочек. Так, планочка еще какая-то идет. И два ключика. Это на тот случай, если вдруг разрядились батарейки. Давайте так наглядно покажу сейчас. Соединю, допустим, вот так вот оно идет. Да. Сейчас. Да, подожди. Он запирает двери, чтобы никто не открыл. По идее, сейчас она должна быть закрыта. Давайте механически ее закроем. Откроем, вернее. Так, ага. А как же ее правильно? Так. Вот сначала лучше ее сначала, наверное. Все, он ее пытается закрыть или открыть. Сейчас мы разберемся с этим вопросом. Подожди. Так. На левую, на правую сторону, правильно? Ага, вот так вот она закрыта. Вот сейчас вот в закрытом виде мы ее и поставим на место. Такс. Так, какой стороной ставится? Вот так вот. Вот так вот она вставляется. Вот, вставляем сюда. Такс. Вот так вот, да? Так, вот так вот получится, да? Так вот, закрыто, вернее, открыто, так закрыто. Вот, допустим, у нас сейчас закрыт замок. По умолчанию нужно ввести код. Из завода этот код 1, 2, 3, 4. Все, вот он открыл дверь. Либо нажать, чтобы закрылась вот эту кнопочку, либо через 10 секунд она должна закрываться автоматически. Ну, это вообще программируется. Сейчас я расскажу, как все это запрограммировать. Давайте уже отсоединю, как бы положу. Нам эта часть не нужна. Я думаю, вы поняли смысл работы этого замка. И у нас, значит, чтобы зайти в программирование, по умолчанию стоит код 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нажимаем ключик. Мы зашли в меню программирования. Чтобы добавить новый код для пользователя, нажимаем 1, опять ключик. И вводим, ну, допустим, 4 пятерки. 1, 2, 3, 4. Опять ключик. Повторяем этот код. Ключик. Все, он принят. Выйти. Cancel. Давайте проверим. Работает. Наш код принят. Теперь, чтобы изменить программируемый код,
Ну, допустим, любой подойдет сейчас, нажмет вот эту комбинацию, и он зайдет в меню, добавит свой пароль и зайдет к вам во двор. Значит, нажимаем 4, опять ключик и вводим новый пароль. Ну, допустим, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ключик, повторяем. Это для входа в меню программирования. Все, новый код принят. Теперь опять, чтобы войти в это меню. И вот, допустим, он постоянно сейчас щелкает. Нажимаем 8. Это отпирание двери. Вернее, запирание двери. Задаем сколько секунд. Через сколько? Ну, допустим, 30 секунд. Опять. И все, через 30 секунд, после того, как вы вышли или зашли, он автоматически закроет дверь. Чтобы это убрать, чтобы закрывать только кнопки или с ключа, значит, опять заходим в меню программирования, нажимаем 9, ключик, все, автоматически запирание отключили. Теперь, чтобы удалить пароль, допустим, ну, те же 4 пятерки, можно 10 паролей вводить. Зачем это, я не знаю. То есть, можно раздать разные пароли разным членам семьи. Зачем это сделано? Почему не один? Ну, пусть. Сделали, так сделали. Входим в меню программирования. Нажимаем двойку. Опять ключик. Вводим наш пароль, который нужно стереть. Все, он стерт. Теперь под этим паролем мы не заходим. Никто не попадет. То есть, вот по умолчанию остался 1, 2, 3. Он открывает двери. И мы его сейчас тоже сотрем. Двойка. Ключик. 1, 2, 3. Ключик. Все. Теперь даже под 1, 2, 3 никто не зайдет. В общем, я думаю, вам показал основные принципы работы. Осталось только его поставить в дверь. Изменить пароли. И вперед. Качество отмена, он очень тяжелый такой. Под видео я оставляю, конечно же, ссылку на этот замок. В районе 3000 он стоит. Ну, их очень много на Алиэкспрессе. Разные продавцы есть с русской доставкой. То есть, домой вам даже вот там принесут. Есть варианты такие. Так что, ну, я вам оставлю того продавца, у которого сам покупал. Всем удачи, пока. Подписывайтесь на канал. Будет что-нибудь еще интересное. Пока-пока.